Ну и еще одно стихотворение, чтобы поставить как бы позитивное завершение, да, своего выступления. Оно называется «Сущность утра». Если я театр абсурда, то и ты неровно дышишь. Нам с тобою с добрым утром, мы воспитаны утришем. Наполняют капилляры кровь неведомых там-тамов. Мы с тобою здесь полярны, а в душе, конечно, там мы. Чтобы целостность дельфинов зачерпнуть ковшом свободы, не по книгам, не по фильмам, а ныряя в эти воды. Там часами служат феньки, а костюмами гитары. Мир в объятиях Морфея открывает царство Тары. У костров слетают маски, звезды весело мигая, наблюдают танцы, ласки, снова видят нас богами. Может быть, театр абсурда, но не блеющее стадо. Скалы, ветер, сущность утра, единение награды.